Давайте я вам расскажу о покупках за последний месяц и покажу вам на себе примерку. Здесь будут и платья, и какие-то кое-что для смартфона, и один аксессуар. Поэтому не переключайтесь, оставайтесь со мной и давайте вместе смотреть, что же я купила в этом месяце. Я купила джинсовый сарафан Gloria Jeans. Я давно туда не заходила и всегда думала, и вообще раньше магазин этот был такой, мне кажется, подростковый, и там мало было качественных и стильных трендовых вещей. Я решила заглянуть. На витринах были очень много трендовых моделей. И думаю, да, зайду, посмотрю, может что-то есть хорошее, качественное. Поэтому я приобрела вот такой джинсовый сарафан. Я уже его носила на прогулку сегодня, вот как раз мы ходили гулять. Я взяла специально из-за того, что это джинсовый сарафан, он универсальный. Удобно и классно сочетать с футболками, с кроссовками. И немножко такой, знаете, возврат в мое подростковое время. Носили такие сарафаны. Тоже отстегивается. Это классика, по-моему, на все времена. Удобная вещь. Здесь карман для, например, смартфона. Я кладу сюда маску, ключи. Кстати, маска здесь как раз-таки и лежит. Вот. Такой свой светлый деним мне очень понравился. Вот, ходить на прогулку с сыном самое то. Так, следующее, что я купила. Я, конечно же, самое лучшее оставила напоследок, чтобы вы досмотрели. Так, следующее платье. Хотя вы определите, что же будет самым-самым красивым и что мне больше всего идет. Потому что мне кажется, что мне идет другое платье больше. Так, это платье. Тоже Gloria Jeans. Размер S. Платье легкое. Очень дышащее. Длина чуть прикрывает колени. Платье с запахом. Вот. Актуальная, трендовая, легкая. Также буду носить с кроссовками, с белой сумочкой, которую тоже недавно приобрела, с аксессуарами. Очень красивая модель, нежная, женственная и удобная. Кстати, одежду я подбираю теперь с учетом того, что чтобы мне было удобно кормить грудью в общественных местах или, в общем, в любой ситуации непонятной и понятной тоже, чтобы было удобно кормить грудью. И, конечно же, чтобы натуральные ткани были, легкость и так далее. Так, следующее я покажу платье, в которое я влюбилась с первого взгляда. Это платье я купила в Синсель. Я сама была в шоке. Зашла туда за аксессуаром одним, сейчас тоже покажу. Платье вот такого цвета. Оно тоже из натуральной ткани, размер S. Вот, Синсель. Тоже в актуальных, как вам сказать, актуальные рукава-фонарики. Резиночка на талии. И можно носить как слифом, так и без, потому что ничего не просвечивает. Ткань плотная, длина на 1,58 м, 1,60 м. Мне идеально подошла по длине. В общем, смотрите образ, как сидит на мне на видео. Так, следующая покупка. Ее вы видели в шопинг-влоге, по-моему. Да, это белая сумка фирмы Zarina. Она, конечно, не практичная, потому что здесь уже пачкается. Внутри
тоже все белая ткань. Тут замочек для мелочи. Смартфон мой помещается. Замок на магнитике вот защелкивается, хорошо держится. Мне понравилась вот эта цепь и ремешок. Полностью я не хотела брать с цепочкой, потому что запутываются волосы, и потом надо их распутывать. А вот с ремешком прям идеально сидит на... Можно регулировать, кстати. Идеально сидит на плече или наискосок. Все вот так вот ношу. И мне с любым платьем летним, с белыми джинсами, с белыми кедами. И размер, кстати, очень такой компактный. Она будто лакированная, но не сильно. Глянцевая поверхность. Вот. И узор под крокодила. Очень красиво, мне нравится. И цена была у нее не самая дорогая. На сезон 2 можно поносить, пока не запачкается. Следующий аксессуар, который я давно присматривала в Сенсей, это вот такой чехол. У него задняя крышка такая пластиковая, прозрачная. Видно модель телефона. У меня 11-й iPhone. И вот такой шнурок. Он такой длинный, я так понимаю, для разных... для высоких и для низких учли. То есть можно регулировать, затянуть, например, или опустить. Я взяла вот этот аксессуар, когда я не беру сумочку. Например, гуляю во дворе, и смартфон удобно висит на мне. Я могу воспользоваться, снять сторис, например. Для сторис надо подлиннее, конечно. Вот. Или на прогулку. Бывает много вещей, на пляж, там куда-то. Не беру свои женские сумки, которые слишком красивые для таких мест, например. Ну, жалко, например, потерять или неудобно в руках много сумок, то... Очень удобный вариант. Хорошие, кстати, вот эти вот штучки выступающие. И экран, когда кладете на стол, не царапается. Что еще? Здесь вот тоже закрыто все. И только есть отверстие для зарядника и динамиков. Кнопки тоже очень удобные. Громкость. И цена была 199 рублей. Оттенки были желтые. Светло-зеленый и фиолетовый. В общем, рекомендую. А теперь пишите, что вам понравилось больше всего из моих нарядов и аксессуаров. Мне будет интересно почитать.